снимаю постельное белье. Хочу быстро его закинуть в стиралку. И пока будет стираться, побегу на бассейн плавать. На градуснике. Уже у нас 41. Я не представляю. Это, наверное, будет самый жаркий день сегодня. Ух, не хотелось бы. Так, посмотрим, что у нас творится на бассейне. Сегодня много людей. Я уже с окошка видела. Ох. Просто балдеж. Класс. Фух. Часик наплавалась. Поплавала. Ой, как хорошо в тени. Боже мой. Еще тело такое не успело охолоть. Прохладненькое из-за холодного бассейна. Ой, это просто насолода. Не передать словами, какой это кайф. Просто кайф. Я плавала, потом присоединился ко мне паренек. Ну, он профессионал, конечно, со мной не сравнить. У него прям и очки, и все дела, и брас, и кросс, и все в одном. Не то, что я лягушка. Но все равно не жалуюсь. Классно было. Балдежно. Мужчина еще хуже, чем я, плавает. Не пытается. Если я по-лягушачьи, то он по-собачьи. Уже бедный. Быстренько наделаю сока и лягу-прилягу отдыхать. Ну что, отдохнули, теперь пора работать. Развесила я белье постельное, 4 наволки, пододеяльник и простынь. Вот такая красота у нас. Благодать, просто благодать. Сейчас балкон. О, не знаю, пропылесосить что ли. Пыль протереть, полить его. Я прямо себя не узнаю за это все время. Я ни разу, я как раз пыль протирала здесь, тряпочку забыла. Я ни разу не налила себе ни одного бокальчика с этого прекрасного, огромного бара.
Чего здесь только нет. Коллекция джина. Я даже затрудняюсь сказать, сколько бутылок стоит на полочке. Разного, разного, абсолютно разного. Тоника полно, весь холодильник. Не пьется, не могу пить, когда одна. Вот не могу и все. Пыталась. Даже вчера, да, мяско поджарила. Все вроде бы, как и крылышки, все. Давай, пенное, холодное. Нет, не идет. Буду ждать Женечку, тогда с ней уже вместе в паре, в тандеме выпьем. Ну, смотрите, какой бар. Ну, вот как? Коллекция просто огонь. И второй этаж. Нет, не могу пить одна. А здесь коллекционное вино. Они, по-моему, брали его на аукционе. Да-да, это с аукциона. И еще вот такой вот со старой пылью. Ее не вытирают, ее оставляют как есть. Поэтому она и ценится. Уборка у меня идет полным ходом. Вытираю пыль везде, где только можно. Пыли собралось. Вот только на днях делала уборочку. Ну, такую влажную, да? Все, опять. Опять слой пыли. Ужас. Что значит жить в Сахаре, в пустыне? Стол тоже хорошо протерла со стульями. Теперь мне вот та тумбочка осталась. Окна вообще трогать не буду, потому что не дай бог что-нибудь возьму, разобьется. Мне, конечно, не предъявит. Я столько уже здесь всего била, но просто не хочется опять чего-либо разбить. Это уже Женечка по приезду вызовет уборщиц. Филиппинки у нее работают. Я даже заморачиваться по этому поводу не буду. Это я ей дарила ангелочка. Ой, что у нас в бассейне? В бассейне люди есть. А это она где-то брала, не знаю. Красивый, да, улень? Отклеился рук. В таком солнце ни один рук не выдержит. С такой жарой. Оно как раз на солнце стоит. Мне кажется, любым клеем. Если даже попытаться заклеить, он все равно отпадет. Это уже все. Бедный улень с одним ругом. Так, ну что, здесь только быстренько пыль. Даже переставлять не буду эти самые вазочки. Это набор ваз знаменитых с Узбекистана. Они, конечно, как-то называются, но я не в теме. Я не в теме, я в этом не понимаю. Гранаты, естественно. Любит гранаты. А здесь ножка, мне кажется, она уже пропала, если по чесноку. Когда они отдыхали с Кевином в Испании, они привезли с собой эту ножку. Ну, по-моему, она уже все. Срок хранения вышел. Так, это мой крем. Это тоже мое. Так, все. Ничего здесь своего нет. В принципе, я не так сильно и разлаживала здесь. Так что сейчас быстренько это все пройду тряпочкой. И все. И вуаля. Чистота, красота. Кисонька, тебя тоже протереть? А? Протру. Самое главное вот этот. Вот это разобрать. Это у меня и косметичка, и аптечка. И что еще? Красота, масота. Маникюр, педикюр, шампунь. В общем, все здесь набросала. Не попадя. Самое главное, чтобы она закрылась. Это уезжает. Это тоже забираю с собой. А, думаю, почему не упаковала? Потому что здесь сумка-холодильник. А, термосумка вот эта вот. Это мне нужно забрать все с морозилки. Но это завтра буду забирать с морозилки и паковать тогда уже в чемодан. Чемоданчик здесь тоже набивается потихонечку. Ой, ребята, мне плакать хочется. По-моему, мой отпуск ближется к концу. Ой. Завтра буду собирать чемоданы, паковать чемоданы. И ближе к вечеру
чухать, возвращаться домой. Потому что завтра наша парочка возвращается. Они возвращаются где-то рано утром. У них вечером самолет завтра, а утром прилетают рано утром. Я думаю, сегодня я уборочку всю сделаю. Вот, поставлю. Сегодня даже хочу бульон сварить. Завтра на суп. Вот. Так что завтра буду плакать. Как быстро время проходит. Как бы, особенно когда ты в отпуске, особенно когда ты отдыхаешь, ты, да, расслабляешься. Ой, не хочется домой. Закат какой красивый. Какой красивый. Такое солнышко большое. Яркое. Огромное солнце. Здесь все большое. И солнце, и луна. Ох, какое. Какое зарево. Работа у меня кипит, идет полным ходом. Это я уже мусор собрала. Ужас. Откуда он набирается такими прям порциями, такими вот мешками? Просто мешок мусора. Непонятно что. В общем так, здесь у меня говяжьи ребра. Бульончик варится на завтрашний суп. Сделала себе мятный чай, заварила. Вот все-таки... После солнца, после воды, после вот свежего воздуха, да, вот расслабон наступает конкретный. Я еще и маску на лицо нанесла, свою любимую. Вот она наколотила себе рисовая мука и грейпфрут. И все, и на лицо. Это еще маска меня сковывает. Ой, спать хочется, а работа еще. Работа делается. Так, хотя не так сильно уже и поздно, только 8 вечера, а мне уже глазки закрываются. Не знаю, буду ли я есть, но по регламенту, как говорится, положено. Сделала себе печень, зажарила ее, обваляла в муке и просто в растительном масле обжарила. Конечно, было бы лучше сделать это в модной сковородке, которая жарится без масла. Ну, я по старинке, я так люблю. Так больше и запаха, и вкуса придается. В общем, обжарила, потом просто посолила, поперчила. Порезала немножко себе булочку с отрубями. Я думаю, мне хватит. Я думаю, может еще помидорчик зарезать, а? Немного помидорки будет, самое то. Это мой вот такой вот скромный, очень скромный ужин. И мяту. Чтоб спалось хорошо после такого вот дня продуктивного. А еще я помыла холодильник. Все, что внутри. Снаружи еще не мыла. Снаружи я завтра помою. Это вот я отложила Женечке кукурузку. Я ей оставляю. Это моя кукуруза. Это все уберется завтра и будет очень красиво в холодильнике. Это еще мои кокосы. Я их выпью завтра. Это тоже вот мое. Ну, все будет хорошо. Самое главное, я полочки повытирала и внутри полностью хорошо промыла. А еще в течение дня я чмокнула шоколадку. Там остался маленький-маленький кусочек на завтра. Ой, я только заметила. Смотрите, какая видимость отличная. Значит, влажности нет на улице. Ой, какая красота. Целый город на ладони. Ой, постельная высохла. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, как замечательно. Может, я еще успею его прогладить, а? Ой, какая красота. Что здесь делается? Кто здесь играет? Ну, кто-то играет. Вон три человека. Это Дубай Марина. У нас на горизонте. Ой, как хорошо. И знаете, даже не жарко. Сейчас бы просто переодеться, одеть кроссовочки какие-нибудь, шортики, маечку и вперед прогуляться. Но я не могу, я так устала. Все-таки, да, свежий воздух, солнце, оно выматывает тебя. Высасывает все силы последние.
как бы хорошо и прекрасно не было балдежно валяться на бассейне и загорать, и плавать. Но сил после этого не остается. А Марина вся в огоньках. Смотрите, что за окном у нас. Погода, я же говорю, замечательная просто. 32 градуса, ну пусть 33. И 40% влажности. Обалдеть. А днем было как жарко.